Достижение, ребятушки, мы получили. Надо прокачивать броню желательно. О, я забыл, что мы прыгать-то можем очень высоко. О, ох ты, нифига. Какой ты хитрый, а. Так. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей. Продолжаем играть в игру Mad Day. Ну что ж, приступим. А, у нас есть удача. Давайте попробуем, одна конфетка. Покрутим спин. И что у нас выпадет? Оу, 400 денежек мы заработали. Хорошо. А, всего 900. А, давайте, может, что-нибудь прокачаем. Ага, все очень дорогое. Броня сколько? 2400. Офигеть. Ладно, поехали, так поедем. Так, погнали. Так, посмотрим, что у нас здесь. Так, прыжочек, прыгаем. Где у нас ракетки? Вот у нас ракетки, хорошо. Так, монетки мы собрали, хорошо. О, так, а ну-ка, сколько всего? 80 монеток, неплохо, ребятушки, очень даже неплохо. Так, стреляем. О, есть, убили. Тихо, что там было? Что там было, ребята? Так, все нужно. О, этого, да, уничтожили, хорошо. Инопланетяне забрали, так сказать, нашего друга. Нашего друга, ребятушки, забрали инопланетяне. И мы должны сейчас отвоевать его. Ё-моё, смотри, врезаемся. Да что ж ты будешь делать? Видишь, сколько всяких препятствий, у нас машинка не выдерживает таких препятствий. О, босс какой-то, смотри. Инопланетный босс. О, чё ж он меня все стреляет, достреляет. Так, ладно, сейчас будем по-другому. О, есть, уничтожили. Новое достижение, ребятушки, мы получили. Надо прокачивать броню желательно. О, я забыл, что мы прыгать-то можем очень высоко. О, ох ты, нифига. Какой ты хитрый, а. Так, ой, все, разрушились. Так, теперь бежим. Бежим, ребятушки, бежим. Так, что у нас получается? Ой, погиб. Погиб, чувак. Дистанция пройдена за сегодня. 130. А вообще всего нам дали 400 монет. Хорошо, замечательно, спасибо. Итого 1300. И вот есть у нас удача. Давайте попробуем. Подзаработаем. Может, чего-нибудь подзаработаем, не знаю чего. Так, а ну крутим. О, жизнь, спасибо. Угу. Крутим дальше. Давай, колесо фортуны, ребятушки. Что вот, не знаю, что выпадет. 100 монеток. Это очень неплохо. Это очень мало. Так, 1400 у нас есть. Смотри, бензин можно купить. Офигеть, а что такое? А, через 3 минутки можем купить бензинчик. А нужен вам этот бензин или нет? А, пушка 1600. У нас 1400. Не хватает. Таран. Давайте улучшим таран. Ой, хорошо. Поехали. Не забудьте одеть шлем, написано. Ладно. Поехали. Так, прыжочек. Конфетка. Есть. Взяли мы конфетку. Замечательно. Я думал, мы ее проскочим. Опа. А где у нас... А, вон у нас броня нарисована. Давайте. Проедем. Может быть, куда-нибудь подальше. Ой, монетки пропустили. Так, 120 монеток у нас. Уже неплохо. Так, аккуратно. Надо будет потом еще пушку прокачать нам. Вот. С пушкой будет нам легче. Легче житься. Так. Броня потихонечку у нас разрушается. Ой-ой-ой-ой-ой, врезались мы. Врезались прям очень сильно. Так, не знаю. Ой, сколько тут всего. Да, если бы у меня была возможность бы немножечко притормозить. Я бы притормозил бы, ребятки. Все. Так, у нас есть еще машинка. Сейчас нам дадут машинку, видишь? Ой, хорошо. Все, поехали. Да, у нас была еще одна жизнь. Все, и мы сейчас мчимся и всех уничтожаем. Прыгать мы не можем, стрелять тоже. Ой, хорошо. Сколько монеток мы сейчас заработаем с вами, ребятушки. Ё-моё, машину перевернули. Так, вот этих гадов надо нам пострелять.
Так, прыгаем, прыгаем сюда. Все, и назад машинку. Так, инопланетянка. Давай, я тебя сейчас. Так, вот это бомбочки покидал. Ё-моё. Так, слишком я рано, наверное. Прыгаю. Ага, рано прыгаю. Нифига не рано. Давай, почему ты два раза не прыгаешь? Смотри, вот так вот, еще. Она не может второй... Блин, да что ж такое-то, а? Да когда ж я тебя уничтожу, алло? Какой ты живучий. Все, он уехал, прикинь. Не стал даже дальше воевать. Так, что у нас здесь? Интересно. Так, инопланетянка. И сколько у вас много инопланетян, ё-моё. Так, этот у нас разрушаем. Да, машинка скоро у нас крякнет, к сожалению. Все, крякнула машинка, ребята. Ой, все. Так, у нас, получается, мы проехали немножечко. Сколько заработали? Всего 797. Ой, хорошо. Угу. И что мы, значит, видим? Так, ребятушки, ну что ж, у нас всего лишь 1700 монет. Я думаю, мы можем либо пушку нашу увеличить, либо... Ну, ракетницу мы не можем пока. Таран вообще 2800, дорогущий. Ну, давайте пушку прокачаем. Зайдем в удачу. Колесо фортуны. Может быть, сейчас мы что-нибудь заработаем. 100 монет. Так, это мало. Давайте еще раз попробуем. Давай хотя бы 1000. Ой, 400. Уже неплохо. Уже не 100 хотя бы, и не 200. Давай, и 3. И... А, у нас еще одна конфетка есть, да? Давайте все конфетки попробуем. Так, а ну-ка что? 1000! Хорошо, очень хорошо. 1000, нормально. Это самое много, где вообще можно что выиграть. 1000. 1000 монет. Давай. А, броня. Спасибо. Броня тоже не помешает. Так, ладно. Давайте, погнали, поехали, посмотрим, что кого, чего, чего кого. Давайте возьмем броню. Поехали. Так, а ну-ка, что у нас там по броне? Ну почему-то шкала брони полностью не заполнена. Вот это мне интересно. Так, ладно. Ну хотя бы мы сегодня с вами улучшили броню. Самую натуральную. И нашу пушку. Уже какой-то плюс есть. Так, конфетку берем. Так, бомбочка. Да, очень долго у нас вылазят наши ракетки. Надо будет прокачивать. Ой-ой-ой, босс. Босс, ребята. Так, смотри, броня у нас восстановилась. Я не знаю почему, откуда вообще, алло. Но это очень хорошо. О, супер броня, спасибо. А, вон откуда они берутся. Мы их находим здесь. Так, а у нас уже 400 монет. Прям хорошо, хорошо. Еще и монет. О, еще мы эту вкусняшку нашли, конфетку. Замечательно. О, динозавр какой-то, ё-моё, прям по динозавру проехал. Что-то вас много здесь, ребятушки. Я что-то не знаю, что с вами делать. Что-то я не знаю, что с вами делать. У меня уже скоро машинка сломается. Скоро-скоро крындец придет в машинке. Ё-моё. Так, 600 монет. Хорошо. Так, вот мы наконец-то приехали к этому дому. Так, тут тоже куча инопланетян. Так, ой, смотри, это какой-то другой дом. Здесь куча всего. Ага, я тут еще должен сам стрелять, оказывается. Я такой иду... Думаю, он сам будет стрелять, нифига. Тут мне нужно стрелять еще. Так, ну мы пушку-то немножечко улучшили.
Не знаю, получится. Хорошо мы ее прокачали или нет. Но все равно уже полегче. Полегче, я так думаю. Идем. Все, и на нашу тачку-бедолажку садимся. Которая уже... Бедолажечка скоро сломается. Да. Все, сломалась. Так, есть у нас, давайте возьмем. Подожди, а я же взял. Где она? Куда она исчезла? Так, 756 монеток у нас. Ну, у нас как-то так сегодня. Такая вот серия у нас произошла сегодня. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.